1800 метров я настиг противника, подошел к нему в хвост и открыл огонь. Но вскоре мои патроны кончились. Я принимаю решение таранить самолет. Когда подошел на 10 метров от хвоста, по мне была дана очередь из крупнокалиберного пулемета. Обожгло мне руку, я принял это решение. Жертвовать собой, но не упустить гада. Даю полностью газ и своим самолетом врезаюсь в хвост противника.